Здравствуйте! Видео, где показано, как с помощью JLRDoctor считать уже запрограммированные ключи, удалить и заменить неисправные ключи и адаптировать новые. Проверяем и видим, что ключи не рабочие. В основном меню JLRDoctor выбираем опции «Запрограммировать ключи», «Заменить неисправные и потерянные ключи». Указано, что для начала должны быть доступны все уже запрограммированные ключи. В противном случае они будут удалены. Просьба поместить все доступные ключи вблизи ручки передач. Связь с авто и сообщение о 4 запрограммированных ключах, причем все в авто. Отмечено, что будут удалены все запрограммированные ключи, и эта опция предназначена для удаления всех потерянных и украденных ключей, а все действующие ключи будут удалены. Связь с авто и сообщение об удалении всех ключей. Опция «Добавить ключи» предназначена для программирования новых ключей без воздействия на уже запрограммированные. Просьба поместить все доступные ключи вблизи ручки переключения передач. Связь с авто и сообщение, что уже нет запрограммированных ключей, и в самом авто тоже. Отмечено, что программируются только новые ключи, нельзя использовать рабочие ключи. Другие ключи должны находиться вне авто на 10 метров. Если нужно запрограммировать дополнительные ключи, то после этой процедуры нужно воспользоваться опцией «Добавить ключи». Предложение подготовить ключ номер 1 и в течение 5 секунд один раз нажать на ключе кнопку «Открыть», а затем «ОК». Подождать, пока прозвучит первый звуковой сигнал, и после этого нажать несколько раз кнопку «Открыть» на ключе до восприятия этого ключа авто и открытия центрального замка. Вновь предложение подготовить ключ номер 1 и в течение 5 секунд один раз нажать на ключе кнопку «Открыть», а затем «ОК». После второго звукового сигнала и включения зажигания нажать кнопку «Открыть», после чего ключ будет привязан к авто. Прозвучит длинный звуковой сигнал. Программирование первого ключа завершено и ключ привязан к авто. Вновь кликаем на опцию «Добавить ключи». И опять сообщение, что опция «Добавить ключи» предназначена для программирования новых ключей без воздействия на уже запрограммированные. Просьба поместить все доступные ключи вблизи ручки переключения передач. Связь с авто и теперь запрограммирован один ключ, а других в авто нет. Вновь отмечено, что программируются только новые и нельзя использовать рабочие ключи. Другие ключи должны находиться вне авто на 10 метров. Если нужно запрограммировать дополнительные ключи, то после этой процедуры нужно воспользоваться опцией «Добавить ключи». Предложение подготовить ключ номер 1 и в течение 5 секунд один раз нажать на ключе кнопку «Открыть», а затем «ОК». Подождать, пока прозвучит первый звуковой сигнал, и после этого нажать несколько раз кнопку «Открыть» на ключе до восприятия этого ключа авто и открытия центрального замка. Вновь предложение подготовить ключ номер 1 и в течение 5 секунд один раз нажать на ключе кнопку «Открыть», а затем «ОК». После второго звукового сигнала и включения зажигания нажать кнопку «Открыть», после чего ключ будет привязан к авто. Прозвучит длинный звуковой сигнал и программирование первого ключа завершено. Вновь кликаем на опцию «Добавить ключи». Просьба поместить все доступные ключи вблизи ручки переключения передач. Количество запрограммированных ключей 2 и в авто находится 2 ключа. Совершенно аналогичные процедуры можно проделать с ключами 3 и 4. Прозвучит длинный звуковой сигнал, и программирование четвертого ключа завершено, а ключ привязан к авто. Проверяем работу всех 4 ключей, убеждаемся, что они рабочие. Двери открываются, а мотор заводится.
Спасибо за просмотр.